Вас приветствует Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова Минобороны России. Предлагаем вам ознакомиться с видеоинструкцией по заполнению заявки на получение льготной путевки по линии Министерства обороны. Заполнение данной формы является официальным заявлением. Никаких других заявлений заполнять нет необходимости. Отправка заявок на получение путевки через форму на сайте является быстрым и удобным способом, экономящим ваше и наше время. Для правильного заполнения и передачи заявки в нашу информационную систему рекомендуем использовать браузеры Chrome, Яндекс, Opera, Mozilla, Safari последних версий. Итак, переходим в меню бронирования. По умолчанию форма краткая, она предназначена для заказа коммерческой путевки. Ставим здесь галочку, и форма разворачивается в заявление для льготной путевки. Начинаем заполнение формы. Все поля являются обязательными. Указываем статус, варианты здесь указаны. Например, мы выбираем пенсионеров. Выбираем период года, когда вам необходима путевка. Обратите внимание, что чем шире диапазон, который вы указываете, тем выше вероятность получения путевки в наш санаторий. Указываем телефон для связи и электронный адрес, на который будет направлен результат рассмотрения вашего заявления. Указываем звание. Обратите внимание, что если здесь будут указаны, например, член семьи, то здесь необходимо будет выбрать степень родства. Ну, мы продолжим заполнять от пенсионера. Если у вас есть какое-то преимущественное или первоочередное право, укажите его в этом поле. Также обязательно загрузите файл с копией документа, подтверждающего ваше преимущественное право. Если дополнительного права у вас нет, то оставьте это поле пустым. Начинаем заполнять адрес. Все данные в этой форме подтягиваются из справочника, и вам достаточно вводить только первые буквы. Индекс также проставляется автоматически, и вам достаточно лишь проверить правильность его заполнения. Далее необходимо ввести данные медицинской справки формы 070. При получении справки в медицинском учреждении обязательно обратите внимание, чтобы справка была образца 2014 года. Также обязательно наличие сведений о медицинском учреждении, выдавшем справку, печати врача, верной даты и кода заболевания в пункте 15. Достаточно только кода, но именно код является обязательным полем. Итак, вносим реквизиты справки. Если номер справки не указан, можно написать вот так. Указываем код заболевания. Вводим латиницей, регистр значения не имеет. Данные подтягиваются из справочника, достаточно ввести букву и первые цифры. Указываем дату выдачи справки. Помните, что срок действия справки – год. И загружаем саму справку. Если вы желаете приехать с членами семьи, также имеющими право на получение льготной путевки, данные о них также необходимо ввести в эту форму. Также все поля являются обязательными. И вносим данные справки. Если среди членов вашей семьи есть дети, данные о них также вносятся в эту форму. Наш санаторий проводит лечение несовершеннолетних детей и военнослужащих по профилям заболеваний кожи и подкожной клетчатки, а также заболеваний половых органов. Если заболевание ребенка соответствующего профиля, также прикрепите его справку.
Если ребенок в лечении не нуждается, справку прикреплять не нужно. Для детей, военнослужащих, уже достигших 18-летия, но имеющих право на получение санаторно-курортного лечения, наличие справки формы 070 является обязательным. Также можно добавить иных членов семьи, находящихся на иждивении. Заполняются эти поля аналогично предыдущим. Здесь вы можете оставить какой-либо комментарий. Комментарий может быть какое-то уточнение относительно периода предоставления путевки, пожелания по условиям размещения и другая подобная информация. Перед отправкой формы обязательно ознакомьтесь с приведенной информацией, а также с правилами приема. Можно еще раз проверить форму. Нажимаем кнопку «Забронировать». Подождите, пока отправятся данные. Если при заполнении формы были допущены какие-то ошибки, то система сообщит об этом. Форма может отправляться достаточно долго, это зависит от ряда факторов. После отправления формы появится информационное окно об успешной отправке формы, а на указанную вами электронную почту придет сообщение о приеме заявки. Просим вас отправлять заявку только один раз. Повторная отправка заявки через форму на сайте или другим способом только замедлит его обработку. Ваше заявление будет зарегистрировано и рассмотрено в соответствии с 59-м федеральным законом. Ответ будет направлен на адрес электронной почты, указанный в заявке. Желаем вам всего доброго и до встречи в нашем санатории.